От города нам обещали в 2014 году на Ускова 16 или 18 дом. Все это бесполезно, 2 года уже никаких проблем нет. В смысле, улучшения нет. В доме сами заходили, ни полов местами, вообще ничего нет. Ну что, вода тоже, когда идет, когда не идет, горячая. Ничего, ну, живно всякого. Сейчас весна, лето начнется, ребятишки все искусственные малолетки. Ну, невозможно, просто невозможно. Все рушится, все лается. С потолка со 2-го этажа женщина чуть не убила. Падала вся штукатурка, все это. Вот такие вот проблемы у нас. И уже люди не верят, дождемся мы или не дождемся.